За околицей местечко, как-то летним жарким полднем, трое клезмеров бывалых собрались поговорить. И поднялся старший клезмер, из футляра вынул скрипку, положил смычок на струны и сказал примерно так. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает? Что за жизнь, идом? Сколько можно сидеть без работы? Ни свадеб тебе, ни похорон, не то, что раньше. Помолчали остальные, только травы шелестели на ветру, пока не канул в тишину последний звук. И взмахнул своим кларнетом клезмер юный и кудрявый, над околицей местечко прозвучал его ответ. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Вейзмир, дядя Мойша, вас послушать так можно подумать, что люди вообще перестали жениться и умирать. И опять вокруг все стихло под палящим летним солнцем, лишь кузнечик на травинке незаметно стрекотнул. И поставил третий клецмер контрабас, как будто мачту, и по грифу пробежавшись, подытожил разговор. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла. Говорил раби Акива, все, что Господь не делает, все к лучшему. Ветерок траву колышет далеко до горизонта, клезмеры играют за околицей. Лишь послушать никого, лишь птичий щебет в небесах до стрекотания. Как же эта музыка звучит, и сам не знаю никого. Играли эти трое за околицей местечко, словно нет на белом свете никого помимо них. Только птицы луговые, да кузнечики на стеблях, да свободный теплый ветер их и слушали тогда. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает? Вы как хотите, раб Менахем, но только чтоб все враги Израиля так жили с этими ценами, что у нас на рынке. Поклонились музыканты и, собравшие инструменты, разошлись своей дорогой, каждый в сторону свою. Кто-то в луков, кто-то в радом, кто-то в пинчев по тропинке, но как будто снова слышно над примятою травой. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Ах, какие там гусиные шкварки! И, кстати, наш Ицик уже подбивает клинья к хозяйской дочке. Пролетали дни и годы, и столетие сменилось, и не то чтобы околиц никаких местечек нет. Никого там не осталось, фотографии сгорели, камни в землю погрузились, ни имен, ни точных дат. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Что же ты, шлемазал, опять в каденции берешь бекар, когда там должен быть диез? Ветерок траву колышет далеко до горизонта, клезмеры играют за околицей, бежим послушать никого, лишь птичий щебет в небесах до стрекотания. Как же эта музыка звучит, и сам не знаю никого. Ветерок траву колышет далеко до горизонта, клезмеры играют за околицей, бежим послушать никого, лишь птиц.
тысячи щебет в небесах, да стрекотанье, как же эта музыка звучит, и сам не знаю никого.